Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента от компании Форсаж на 94 предмета, код товара 4941. Компания Форсаж выпускает профессиональный инструмент. Инструмент выпускается в Тайване. Сама компания Форсаж — это белорусская компания. В основном ее инструмент представлен в Беларуси и в России, также в странах СНГ. В Украине он не так давно, но уже успел завоевать популярность благодаря своей ценовой политике и высокому качеству изготовления. Набор поставляется в таком вот бумажная такая накладка, как вы видите. Вот написано Chrome Vanadi, профессиональный инструмент. На наборы Форсаж, да и вообще на весь инструмент Форсаж распространяется пожизненная гарантия. В комплекте идет вот такой вот талон гарантийный. По комплектации набора. Стандартная комплектация. Все наборы на 94 предмета, будь то Форсаж или другие компании, идут в стандартной комплектации. В комплекте две трещотки на 72 зуба. Имеет быстрый сброс головок и реверс. Рукоятка комбинированная, резина, пластик. На всем инструменте есть маркировка Форсаж и код согласно каталога. Трещотка разборная, два винта сверху, один снизу, на 72 зуба. Кстати, хотелось бы отметить, что нет люфтов, то есть очень все качественно сделано. Трещотка под квадрат 1,4, также сама разборная идет. Имеет реверс, быстрый сброс, номер согласно каталога, рукоятка, резина, пластик. Прямая. Далее, два удлинителя под квадрат 1,2, 250 и 125 мм. Также имеют номера согласно каталога. Удлинитель 250 мм. Служит также Т-образным воротком. Вот такой идет в комплекте переходник. Также переходник можно использовать как переходник с 3/8 на 1/2. Два кардана, 1/4 и 1/2. Также имеют маркировку согласно каталога. Карданы скреплены металлическими вставками, то есть они не закручены винтами. То есть они не разборные идут. Далее удлинитель гибкий для труднодоступных мест. Две свечные головки на 16 и 21 мм. Имеют резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпала при откручивании. Т-образный вороток под квадрат 1,4. То есть вороток не болтается. Вот видите, он плавно ходит. Так, в комплекте идут головки шестигранные, это набор на 6 граней, есть также наборы на 12 граней и для слизанных гаек, то есть суперлок называется. Здесь набор на 6 граней, шестигранные головки, здесь их 31 штука. Самая маленькая 4 мм, 6 граней. Также имеет маркировку согласно каталога, логотип Форсаж, 6 граней. И самая большая на 32 мм. Также шестигранная. Головки длинные. Здесь их 12 штук. Самая маленькая 6 мм. И самая большая на 19 мм. Так, биты. Здесь их довольно-таки много. Есть под квадрат 1,4,
прессованные в головку. Вот тут у нас и торкс есть. Есть шестигранные, шлицевые, крестовые. Данные биты используются вот с такой вот отверточной рукояткой. Вставляете нужную биту. Можно также использовать трещотку. Получается у вас реверсивная отвертка. Также эту отверточную рукоятку можно использовать с головками под квадрат 1,4. Так, биты под квадрат 1,2 используются с переходником. Выбираете нужную биту. Также тут торкс биты есть. Шлицевые, крестовые и шестигранные. Выбираете нужную биту, вставляете в переходник. Можете использовать или с Т-образным воротком, одевать удлинитель, или использовать трещотку. Так, по комплектации основной я вам показал. Сейчас еще покажу вам два вот ключа есть. Вернее, три шестигранных ключа и два удлинителя под квадрат 1,4. 50 и 100 миллиметров. По комплектации рассказал все. Немного о инструменте «Форсаж». У нас он не так давно в магазине продается, но имеет уже положительные отзывы. И весь инструмент, визуально смотря на него в кейсе, выполнен очень качественно. Головки, некоторые спрашивают, легкие или тяжелые. Головки увесистые, то есть не легкие. Материал изготовления инструмента хром-ванадий. Также хотелось бы отметить, что из крышки инструмент не выпадает, то есть закреплен хорошо в верхней крышке. По кейсу. Кейс состоит из двух частей, скреплен металлическими штырями. И сейчас я закрою, покажу вам. Кейс в закрытом положении. Ручка, как вы видите, она не стационарная, то есть вот можно ее убирать, чтобы не мешало. Запирание на металлические замки, что увеличивает срок службы самого кейса. Так, здесь вы видите, кейс у нас рифленый, красиво исполнен. И указывается форсаж, логотип посередине кейса. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки, ну и оставляйте комментарии по поводу инструмента, который вы купили. До свидания.